сегодня в Екатерининском парке юные экологи проводят акцию «В помощь пернатым». Это акция ежегодная, но впервые она проходит в таком месте. Специально для этой акции ребята создали и смастерили самые оригинальные кормушки и принесли с собой угощение. Сегодня здесь можно увидеть самые разные кормушки. Вот ученики 12-й школы создали настоящее произведение искусства. Ребята, кому пришла в голову такая идея? Ученику 3-го класса. Мы представляем эту кормушку. Это народная роспись, и расписывалась она гуашь. Шикарные апартаменты для птиц у вас получились. Рассказывайте, как вы их создавали. Ну, нам помогал делать кормушку дедушка наш. Мы собирали кору вокруг деревьев, кленов и берез. Потом ее насаживали на термоклей, покупали специальную бечевку, обклеивали. У вас еще и угощение входит. Это угощение абсолютно, которое птички могут съесть полностью. Там только желатин и зерновая смесь, которая абсолютно безвредна для птиц. Меню у нас тыквенная каша, также желейные подвесочки с кормом для птиц. И, конечно же, каждый ученик, каждый желающий человек сможет прийти и угостить птичек в нашей благородной кормушечке. А вот здесь настоящая избушка для пернатых. Ребята, рассказывайте, кому пришла в голову такая идея? Пришла в голову нам идея вместе со всем классом, и нам помог учитель по трудам. Знаете, чем кормить? Семенами, крупами и там разными для попугайчика, там вот эти корма. Это нижний от ствола, знаете, когда отпилил? Спил. Да. И это, на чем содержится вся крыша, здесь второй потолок. Это идет на клеевой основе, песок насыпан, чтобы птицы могли ухватиться и не упасть. Березовая полена и камыш – это так, чтобы сделать апартаменты более привлекательными для пернатых? Ну да, для глаза людей. Как-никак увидят красивую кормушку, захотят, может, корм насыпать. Накануне был проведен конкурс «Кафе для пернатых», где экологические патрули со всех школ представили кормушки. Благодаря дирекции парка Екатерининского мы расположим их здесь, в локациях. И это будет начало подкормки птиц. Зима у нас еще долго, несмотря на то, что погоды пока очень мягкие, но тем не менее мы это делаем, потому что когда будет морозы, уже будет поздно. Суть экологической акции не только в новых кормушках, но и в том, чтобы этой зимой в этих кормушках птицам было чем подкрепиться. Поэтому ребята призывают всех, кто гуляет в Екатерининском парке, не быть равнодушными и обязательно угостить птиц.